Из гирлянд шаров воздушных соткан этот день веселый. Детский смех повсюду слышен, праздновать весь день готовы. Под громкий стук барабанов воспитанники открыли праздник, посвященный юбилейному дню рождения. 80 лет – это значимая дата в жизни дошкольного учреждения. Более 1500 выпускников были выпущены из стен детского сада. Творческие и активные ребята погрузили зрителей в атмосферу теплоты и уюта. Заведующая детским садом Ольга Лушникова заряжает сотрудников своим оптимизмом и желанием работать. Ольга Вениаминовна верна своей профессии уже 30 лет. Работа наша интересна и трудна. Детей по-прежнему воспитывать мы будем. Ведь в жизни педагога цель одна – дать знания, умения, любовь пока что маленьким, хорошим людям. Детский сад – это дети, а воспитатель – это вторая мама. Каждому ребенку нужно найти подход, воспитать и научить. Время, проведенное в детском саду – это яркие моменты. Это первое занятие, вкусная каша, первые утренники и концерты, которым ребята усердно готовятся и переживают, чтобы их номер прошел на ура. Поздравления и слова благодарности в этот юбилейный день рождения звучали от родителей и воспитанников. Ирина Коберник уже второго ребенка провела в этот детский сад. Выбор того, кому доверить воспитание второго малыша, был очевиден. Здесь работают в этом садике самые лучшие профессионалы своего дела, которые всю свою любовь, всю свою заботу, ласку отдают детям. Пусть наш любимый детский сад, наша дружная, веселая планета детства процветает еще много-много лет. 80 лет – это только начало, начало длинного пути. Сплоченная и дружная команда воспитанников и работников детского сада создает этот путь и сохраняет яркие моменты самого счастливого времени каждого ребенка, время, проведенного в детском саду. Виктория Врабия, Максим Колосов, новости провинции.